Это совсем кошмар. И я всегда говорила, я еду овощи, вместо я ем. Всем привет, это корейская студентка Цереш. Я кореянка, изучала русский 4 года в Корее. Сегодня я хочу рассказать вам о самых кошмарных спряжениях русских глаголов. В Корее нет спряжений, поэтому мы произносим глаголы одинаково для разных лиц. Например, я пишу, ты пишу. Она пишу. По-корейски 나는 쓴다, 너는 쓴다, 그녀는 쓴다, 우리는 쓴다. Одинаково. Поэтому спряжение – это один из самых сложных аспектов для обучения русского языка для корейцев. Вот, давай начнем. Топ-5 самых кошмарных спряжений. Поехали! У вас часто происходит палатализации. Палатализации, например, писать меняется на пишу, пишешь, шу. Откуда шу? Почему писать меняется на шу, пишу, пишешь? Это очень странно, но мне кажется, когда говорить я пишу, это звучит мягче и приятнее, чем я пишу, ты пишешь. Поэтому это причина. И ходить. Это тоже меняется странно. Я хожу. Почему ходить меняется на хожу? Откуда же? Я ненавижу этот глагол, потому что у него ударение тоже странное. Я хожу, но ты ходишь, они ходят. Я хожу, ты ходишь, они ходят. Почему ударение так странное? Я хожу, но ты ходишь. Же вдруг пропало. Почему русские буквы часто пропадают? Ух ты! Топ-4. Хотеть и есть. У меня ушло очень много времени, чтобы запомнить их спряжение. Я наконец-то запомнила их после 3 лет обучения русскому. Почему я хочу, ты хочешь, но мы хотим? Почему вы хотите у этого глагола вначале спряжение 1? Поэтому я хочу, ты хочешь. You, yes, yet. Но в конце спряжение меняется на 2. Второе спряжение. Поэтому вы хотите, они хотят. Но это было очень непривычно, поэтому я всегда говорила, вы хотите покушать. Мне легче так говорить. А что вы думаете? Есть, это тоже кошмар. Почему я ем? Почему она ест? Почему они едят? Это совсем кошмар. И я всегда говорила, я еду овощи вместо я ем. Потому что я думала, что есть меняется на еду едешь. Но на самом деле меняется на ем, ешь, ест, едем, едите, едят. Это странно? Странно. Топ-3. Вставать, встать, вставать, встать. Я совсем не люблю их. Я, конечно, думала, что «сдавать» будет меняться на «сдаваю», «сдаваешь», «сдавает». Но на самом деле они меняются на «стою», «стаешь», «встает», «встают». Куда пропала «ва»? «Ва». И «стать» меняется на «стам», «стаешь», «стаст», «стам», «стадите», «стадут». Это странно. «Стадут», «стадут». Я всегда говорила, я вставаю в 8 часов, но это неправильно. Я встаю в 8 часов, это правильно. И глагол «встать» – это тоже кошмар. Почему он меняется на «я встану», «ты встанешь», «она встанет»? Откуда «н»? Откуда «н»? Но я помню, что у некоторых русских глаголов часто появляются «н». Не знаю причину. Почему «встану», почему «встанешь»? Это странно. Какое-то правило есть? Топ-2. Пить-петь. Пей-пой, пой-пей, пей-пой, пой-пей. Я думала, что это очень странно, потому что пить – это пей, пить, пей, петь-пой. Петь-пой. Почему петь не пей, а пой? Это странно. И глагол «петь». Как кошмар меняется. Я думала, что это будет я пою, но это я пою. И потом
ты поешь. Она поет, они поют. Почему петь меняется на пою, поешь, поет? Это странно. Откуда у? У. Откуда? Пой значит петь, пей значит пить. Вы никогда не думали, что это странно? Топ один. Топ один. Брать, взять. Сначала я не понимала, почему взять. Совершенный вид глагола брать. Я всегда путала брать, взять, что совершенный вид и что несовершенный вид. И взять, брать. У них нет ничего общего. Они выглядят совсем по-другому, по-разному. И они меняются очень странно. Брать, я беру, ты берешь, они берут. Но смотрите, похожий глагол рвать и врать. Они меняются на рву, рвешь, рвет, вру, врешь, врет. У них нет е, как беру, берешь. Почему так странно? Почему брать так странно меняется? И я возьму. Я возьму оливье, котлету по-киевски. Возьму, возьмешь, возьмет. Я думала, что это спражение самое странное в мире, потому что возьму звучит странно. Я возьму, они возьмут. Это как-то французский язык или я возьму, возьму. Не знаю. Господи, я часто ошибаюсь со спражениями, и мои друзья часто поправляют меня. Поэтому я хочу сказать спасибо им большое. Для нас это очень сложно. У нас нет спражения, поэтому нам нужно каждый раз думать, как меняется глагол. Прежде чем сказать что-то, спражение русских глаголов просто кошмар для иностранцев, особенно для корейцев. Почему так жестоко русский язык? Пожалуйста, просто говорите, я пишу, ты пишу, а не пишу просто так. Почему так сложно? Вот, сегодня я рассказала вам о топ-5 самых странных спряжениях русских глаголов. Надеюсь, вам понравилось. Это была Черыш. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, пожалуйста, поставьте лайк и добро пожаловать на мой Инстаграм и ВКонтакте. Спасибо. Пока.